В городском округе Щелково, как и по всей стране, продолжается сбор гуманитарной помощи эвакуированным жителям из Донецкой и Луганской народных республик. На этот раз собранные средства, а это в общей сложности более 100 коробок, с пункта сбора Щелковской общественной палаты отправятся в соседний город Пушкино. Собрали небольшую помощь тем беженцам с Донбасса, с Луганска, которые у нас в соседнем округе находятся, в Пушкинском. Хотели помочь, спросили то, что им сегодня жизненно необходимо. Наши жители, предприниматели собрали. Поэтому хотим передать с нашими искренними пожеланиями скорейшего окончания всех тех проблем, которые на их территории находятся. Для беженцев были закуплены вещи первой необходимости – средства личной гигиены, продукты питания, одноразовая посуда, детская и взрослая одежда, обувь, бытовая химия и канцелярские товары. Сбор гуманитарной помощи для семей из Донбасса продолжается. Пункт сбора находится по адресу улица Комарова, дом 18. Он работает ежедневно с 10 до 17.00. Также по всем дополнительным вопросам вы можете позвонить по номеру телефона, указанному на экране. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.